Всем привет! Привет, мои зайчатки, мои друзья, подписчики мои. Начинаю сегодня влог с себя. Решила, что нужно, наверное, начинать с себя, а не с дел, с каких-то, которых я делаю. Как-то мне кажется, что нужно влоги немножечко поменять, немножечко по-другому. Тем более, мне кажется, что я последние дни что-то вот отдохнула так хорошо и стала особенно какая-то красивая, особенно когда в зеркало смотришь, все так. Так вроде ничего, вроде нормально. Вот, вчера мы ходили в магазин, без вас ходили, вот, но с камерой зато, камеру не включали, все по-быстрому, потому что были в маске, и Димочка у меня был в маске. Хотела взять масло 12 штук, но я помню, что я брала 4, потом считаю такая 8. Потом меня, видимо, кто-то сбивает, и я начинаю заново считать 1, 2, 3, помню, беру 4, кладу, так 1, 2, 3, 4, так думаю про себя 8. А то, что у меня уже 8 лежит в мешке, я вообще это забыла. 8, 9, 10, 11, 12, все, думаю. Я такая смотрю на свой пакет, блин, он такой огромный. Думаю, 12 штук, это так много, а потом на кассе стою, смотрю, так 4, 4, 4. Так, подожди, думаю, что-то у меня перебор какой-то. Вот на кассу положила, так знаете, это ощущение было, как в советские времена, когда, не помню, как там это правильно называется, когда сделали продукты бесплатными, и люди начали просто набирать кучу всего, там кучу вермишели, там запасаться, вот, не помню уже, как это называется. В комментариях там напишите. И вот у меня было ощущение, как будто это масло было бесплатным, и я его просто кучу набрала. Просто там набрала очень много. Дима. Вот, и вчера видели мой пакет, сейчас я тоже взяла этот пакет, короче, я сейчас буду складывать в морозилочку, будем аккуратненько все это складывать, мы уже покупали, зимой я купила, в Перекрестке была акция, конечно, в Перекрестке на самом деле покупать очень выгодно, потому что там начисляются баллы в виде рублей, то есть я сходила, что-то там купила вот на днях, а печенье я сыну купила, 3 пачки, еще что-то еще какую-то, ну мало прям заплатила, и мне пришло на карточку ихнюю 4 рубля, именно не копейки, а 4 рубля, то есть это круто, я потом эти же 4 рубля могу, допустим, потратить на другую покупку, а в Пятерочке приходит 4 копейки, то есть вот эти вот 4 копейки, чтобы накопить 1 рубль, там надо вообще ого-го сколько сделать покупок. У нас жара просто стоит, Дима у меня в одних трусах бегает, ребенку бедному жарко, я тоже там в маечке. Вот, сейчас будем снимать, как я буду все это складывать. Да, Дима? Да. Мы уже позавтракали, попили кофе. Короче, сегодня мы хотим пойти на рынок. Нам надо на рынок за творогом пойти. Может быть, не знаю, куплю или я молоко себе. Вот, может быть, кстати, и Диме, потому что Дима перестал пить уже свое детское молоко, он не хочет его пить, а педиатр сказал, уже можно пить взрослое молоко. Представляете, мужу я пишу смс-ку, купи, пожалуйста, взрослое молоко. Знаете, как какой-то анекдот. Ну ладно, хорошо, он так понимает. А представляете, если вот у кого нету детей, человек вот так прочтет эту записочку, там, купи взрослое молоко. Мне кажется, это будет вообще что-то нереально, какой-то просто нонсенс. Там как взрослый твор... ну, взрослое молоко какое-то, блин, просто вот это само словосочетание какое-то непонятное, необыкновенное, что-то как НЛО, что-то непонятное. Вот. Ну, взрослый творог как-то, не знаю, просто я привыкла взрослое молоко. Купи взрослое молоко. Потому что напишешь молоко, он принесет детское, а так взрослое молоко. Или там молоко для меня как-то это. Вот, да. И также у нас сегодня, наконец, я заберу фотографии. Я, наконец, распечатала фотографии сына. Ну, там и сын, и, короче, вся семья. Я эти фотографии копила уже, наверное, до рождения сына. Это больше 3 лет. Я складывала, откладывала их. Вот, и думала, Дима, не трогай. И думала, ну, отнесу, попозже. Отнесу, денежку отложила, потом эту денежку потратила. Ну, попозже. Потом я продала свою, как ее, господи, гладильную доску. Но она мне не нужна, не пользуюсь я. У меня прям была такая, она качественная, хорошая. Я покупала
много лет назад за 2000, 2500, что она прям хорошая такая была, но я не пользуюсь. Мне проще, если погладить, то где-нибудь там погладить, а это лишняя вещь для меня. Вот, и потом вот этот вот запах вот гладильной доски, вот это вот запах белья, мне очень сильно тошнит начинает почему-то. Это вот, ну, неприятный. Вот, если что-то там, то проще где-нибудь на столе. Вот, кстати, на столе стал гладить. Полотенчик вот так вот положишь просто. Одежду так же вот стоишь, как бы ногам ничего не мешает. И погладил, и все, смысл. Это как вторая микроволновка, не нужна же никому. Или вторая плита, не нужна же никому. Вот. И с этих денег я купила за 2000 с лишним, там, я не помню сколько. Я помню, что 2000 и чуть больше, 2500, может быть, даже. А продала ее за 1500. Но она практически новая была, я гладила два раза. Когда купила, я один раз погладила. И один раз погладила перед рождением ребенка. Мы всю одежду с мужем постирали и по очереди стояли, гладили. С огромным животом, жара была, лето. Я с огромным животом стояла и гладила. Так, я сейчас чувствую, у меня получится очень... длинный ролик. 6 минут болтаем. Вот, и сделала наконец-то фотографию. Наконец-то, пока у меня были выходные, я до туда вот дошла. Я думала, что я уже вечером их заберу. Но они сказали, была пятница, они сказали, что одна фотография печатается 2 минуты. А у меня их было 130 штук. 131, по-моему, даже, что я сейчас не помню. Вот, ну, вот, посчитайте сами. А уже была пятница, обед, то есть это долго. И потом мы уезжали на неделю. Короче, они должны быть готовы, и сегодня нужно будет их пойти и забрать, наконец-то. И я эти фотографии уложу в фотоальбом. У нас фотоальбом, я уже очень давно купила его, он до сих пор пустой. Вот, и хочу прям туда все разложить от нашей свадьбы. Даже думаю, знаете, сделать, как, когда я была маленькая, потом, как мы с Женей жили, потом наша свадьба, вот так вот поэтапно. Потом вот родился сынок, потом вот его вот все фотографии, то есть... Ну, в принципе, он довольно большой, но, может быть, со временем придется докупать. Вот, уже вам все рассказала. Надеюсь, что мы сегодня все-таки выйдем в магазин, потому что что-то я уже начинаю уставать. Ах, а сейчас будем раскладывать с вами масло. Сейчас я покажу опять это масло, как я его сложила, покажу. Короче, так вот. Так, наше масло. Это то, которое мы вчера купили, и еще до этого мы купили 9 штук. Короче, все вместе у меня получается этих пачек 26 штук, по-моему, что ли. Там. Мы сейчас их будем укладывать сюда. Здесь у меня раньше было тоже маслица. Где-то с этой стороны. А, нет. Ну, вот оно кончилось, да. Обычно по акции покупаю. Акция у него была по 90 даже рублей. Оно стоило 109, сейчас оно 119. Короче, получается так, что мы купили пачку масла, и плюс у нас еще 30 рублей скидка. То есть 30, представляете? Это вообще классно просто. Ну, естественно, я взяла побольше. Ну, пока такая возможность есть, потому что, в принципе, у нас оно очень быстро расходуется. Еще малыш тоже у меня кушает. Так, уложила я масло. Их 25 штук. Короче, я что-то перебрала конкретно. Ну, ладно. Оно у нас очень быстро расходуется. Я очень люблю хлеб с маслицем. Причем это маслице очень вкусное. Так, Дим. Дима. Ты хулиганить будешь, что ли? Я что-то не пойму. Ты хочешь похулиганить? Вот сейчас похулиганить. Так, и сейчас мы туда складываем зелень сверху, вот так. Вот так вот. Тут вот тоже. А зелень, это у меня лук зеленый замороженный. Мы с Синочкой очень его любим зимой покушать. В этот раз, кстати, я что-то очень мало заморозила лука. Что-то да. Хотя нет, может и много. Нет, мало. В прошлом году я прям очень-очень много морозила его. И вот тут остался вот чай. А, остался еще паштет. Остался. Паштет остался. Это масло мы оставляем. Так, тут да, два паштета их уберу. Тут Дима сейчас котлетку покушает. И сало. Сало я уберу в другой отдел. Плюс мы вот что-то нашли с Димой. Не знаю, короче, что это. Будем смотреть, размораживать. Вот еще, вот, вот. Ну, давай это тоже сюда положим.